Екатерине Бойченко 12 лет, и 7 из них она занимается плаванием. Спортсменка выступает на соревнованиях областного уровня и дает достойный отпор соперницам в своей возрастной категории. Турниры всероссийского уровня пока даются Кате сложнее, но с правильным настроем и хорошей подготовкой можно рассчитывать на престижные награды. Любимые стили плавания – брас и на спине. Я считаю, что спорт развивает хорошее качество в человеке. Когда нет настроения, можно прийти в бассейн и исчезнет, то есть плохое ощущение. Соревнования на длинные дистанции, по-другому день стайера, пользуются среди спортсменов особой популярностью. 800 и 1500 метров вольным стилем, 200 метров баттерфляем и 400 комплексным. Попробовать свои силы на этих дистанциях пловцам удается только раз в год. И уже не первый раз на дне стайера устанавливаются новые рекорды города и бассейна. На тренировках они это плавают, там в разминках, в заминках длинные дистанции. Но на соревнованиях очень редко, вот у нас такое соревнование проходит вот именно сегодня. Это дает уверенность, что я самое сильное, это чемпионат города, потому что в городе никто быстрее меня эту длинную дистанцию, 1500 метров, грубо говоря, никто не плавает. В соревнованиях на длинные дистанции приняли участие воспитанники отделения плавания спортивной школы ИКАР и взрослые спортсмены категории «Мастерс». По итогам состязания определились абсолютные победители на каждой дистанции. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».